Здравствуйте! Сегодня приготовим буюрды. Буюрды – это очень вкусная закуска с минимальным количеством продуктов и с максимальным вкусом. Для приготовления блюда нам понадобятся помидоры, перец, фета, оливковое масло, базилик, орегано, соль. Перец можно брать любого сорта, не имеет никакого значения. Я порезала на небольшие кусочки и буду использовать две посуды, потому что в одну посуду сделаю с острым перцем. Сейчас я уже очищаю помидоры от кожуры. Желательно кожуру от помидор не кушать, потому что кожура нам прилипает к стенкам кишечника, и это не очень хорошо. Порежу помидоры тоже на кусочки. Количество продуктов выбирайте сами. Я на эти две посуды взяла по 2 помидора и по 2 перца. Если вы будете делать в одной посуде, вы сами увидите, сколько вам помидоров и перцев нужно. А это базилик, по-гречески василикос. Это греческий сорт базилика, называется юритико. В переводе будет из святой горы Афона. У этого базилика есть сильнее запах, чем у обычного. И мы чаще всего такой базилик употребляем в пищу. Василикос в переводе на русском будет королевский. И называют его так, потому что он король специй. Итак, я в обе посуды мелко порезала базилик. Немного посолю, посыплю орегано. И в одной из посуды я добавлю острый перец в хлопья. Я думала, что у меня был свежий острый перец, но не оказалось. И вот поэтому я поставила такой перец. Размешать хорошо и налить оливковое масло не жалея. Эта закуска просит именно оливковое масло побольше. И теперь уже надо добавить фету. Фета из-за того, что у меня две посуды, я ее разделила пополам. Была бы одна посуда, я бы целым куском поставила бы на овощи. Поливаю также оливковым маслом и отправляю в духовку на 180 градусов где-то 20-25 минут, не больше. И буюрды уже готово. Я специально выбрала мягкую фету, потому что надо будет ее разомнуть вилкой и хорошо размешать с помидором и перцем. И не ждите, что помидоры и перцы, они будут как каша. Вы видите, они еще у меня тут живые. Попробуйте, приготовьте. Это очень вкусная закуска. Я вам 100% это гарантирую. Ну а я тут с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Целую, обнимаю вас крепко. Пока!